Здравствуй, лес. Выбрался на разведку посмотреть ягоду бруснику и посмотреть, какие грибы растут, что выросло, что подросло спелое. Первый сегодня такой вот солдатик. Березки растут, елочки маленькие, и подберезовик, а там случайно приметил, вот, вот это начало, а? Неужто благородные пошли, а он и не один, да, а вот второй, а вот и третий малыш растет. Выбрался в порядке эксперимента посмотреть ягоду бруснику на вырубке. Вот пока лес пройду небольшой, что попадется, вам покажу. Если будет ягода, вернусь и продолжу сбор грибов. А вот малышня. Значит, пошел слой. Это желтобурые. Первые грибы сегодня. Канал «Сказочная Карелия». Меня зовут Руслан. Сегодня 31 августа. Всем здравствуйте. Чистый подберезовик. Средний гриб чистый. Два грибочка на камеру почищу. В этом лесу не был неделю, наверное. Посмотрим качество брусники. Спрос большой у меня. Вот такое вот начало шикарное. А ведь дождей-то не было. Как у вас грибная обстановка? Интересно почитать. Шикарное начало. Молодые, такие мариновать можно. Тучки появляются. Дождик, наверное, будет. Вот. За подосиновиком. Подберезовик. Плотненькая такая ножка. Обязательно проверим. Двигаюсь прямо, метров через 200 будет вырубка, и посмотрим ягоду. Пособираем, если будет. Вот, первые сегодня. Это лисички. Сухо. Вот грибы растут. Прячутся под елочками. Здесь небольшой осинник. Лисичковый запах не передать словами. Нож всегда с собой. Только чистые грибочки в корзинку. Лисички, подосиновик, подберезовик. Сейчас еще что попадется. Вот чистенький, интересный яркий окрас. Плотная шляпка в корзинку. За лисичками неподалеку млечник, серушка, насоление, неплохой гриб. Редко бывают червивые, белый млечный сок, съедобный. Лисичка желтая, настоящая. Семейка растет. Кому интересно сушеные грибочки, ягодки, пишите мне на электронную почту. Адрес в описании к этому видео. Отправляю по России и страны СНГ. Вот среди сфагнума такая красота. Как вам? А тут болото. Высыхают на глазах прямо. Воды был метр. Вот брусника есть, местами спелая, ручной сбор. В лесу очень душно, взял ведерко, корзинку, пособираем бруснику с вами. Низкорослое кустарниковое растение, вот открытый участок нашел, вырубка. Побольше солнца, влаги, и растет витаминная ягода.
Ведерко небольшое, 5-литровое или 6. Взял в порядке эксперимента. Хотелось бы еще благородных грибов найти, совместить сбор ягод и грибочков. Попросили меня собрать ягоду и отправить почтой. 5-литровую бутылках отправляю. И как раз вот ягода твердая такая, чуть-чуть недозревшая. Но пока, как говорится, в дороге ягода доспеет и дойдет. В любом случае это лучше, чем посылать компот. Двумя руками быстрее, можно комбайном собирать еще. Доспеет, когда дождик начинает моросить, немножко свежо становится. Дома переберу, есть сито, есть специальный пылесос, все в новых выпусках вам покажу. Ягода есть, попадается местами, крупная, средняя. На кочках покрупнее, повыше к солнышку. Ведерко собрал, сейчас припрячу и пойду продолжу сбор грибов. Брусника. Рядышком. Вот такой красавчик. Молодой, желтобурый подосиновик. Люблю чистить грибы в лесу. Совсем чуть-чуть. Чистенький, в корзинку. Сколько? 6 литров, наверное, здесь собрал ручками. Ягоду еще можно пособирать, но взял одно ведерко, думал, вообще не будет. И на обратном пути ведро это прихвачу. Вот валежник, смотрите, красный мухомор прячется, маскируется. Значит, белые рядом. Да, сколько ягоды здесь. Нашел в лесу брусничник и обалдел. Очень много брусники. Надо было ведро брать, конечно, побольше. Но кто знал, что столько ягод будет. И никто и не собирал. Не было грибничков, ягодников. Ух ты! Что за гриб? Это... легочная вешенка. Съедобный вкусный гриб. Случайная находка. Недалеко от вырубки. Вот сразу за ягодами. Грибочки съедобные, вкусные. Первые грибы попались. Вешенка, висячее положение. Но они вот на земле, на старой древесине выросли. Очень вкусные грибы.
по-своему деликатесики. Ягоду собрал. Дождик немножко проморосил. А в лесу это никак не ощущается. Продолжу поиск и, надеюсь, сбор грибов. Высокие деревья, березы. Распогодилось. Проверим этот лесок. Травка. Вот. Волнушки. Первые сегодня. Мохнатенькие такие. Насоление, грибочки. Очень вкусные. Вымачивать 2 дня. Добрался до первого места своего грибного. Посмотрю, еще подосиновики, может, будут. И беленькие. Вот здесь корзинку поставлю и посмотрю. В лесу сухо, но грибы растут и радуют грибника. А вот они, молодые и чистые. Что это за шарик стоит? Аккуратненько. Первый в этом сезоне. Это дождевик. Тора, вкусные грибочки. Кожицу верхнюю снимаю и сразу на сковородку жарить. Маховичок. Аккуратненько. Среди мха. Молоденький, чистый. Ножка на срезе синеет. На съедобности не сказывается. Неподалеку. Что за гриб такой интересный? Не знаю. Белый. Плотная такая шляпка. Головащита или как. Если есть сомнения, не берите и не пробуйте. Сегодня нисколько не жалею, что поехал в лес посмотреть ягоду. Собрал бруснику. Нашел подосиновики молодые. Подберезовики попались. Млечник. Лисички. Дождевик был. Волнушки попались на соление. И вешенки. Грибное разнообразие. Но в лесу очень-очень сухо. Компашка. Чистые. Серушка. Млечник. Растут большими группами. Среди мха. Белый млечный сок. Еще одна лисичка. Вот тут же среди мха и насоление грибочки. Как вам? Так. Интересно. О! Вот. Желтобурый подосиновик. Чистенький. Часто спрашивают меня про боровики, почему ты не собираешь в барах их. Я ездил, пока грибов, боровиков в моих лесах, сосновых барах, где беломошник, нету, рано еще. В северных районах Карелии попадаются, червивость зашкаливает в этом году тоже. А ехать 250-300 километров в одном направлении для меня не вариант. Очень дорогие грибы выйдут. Если еще найду. И не факт, что червивость меньше 50% будет. Поэтому одно дело найти, другое дело собрать, а третье дело довести их и обработать. А вот впереди грибы. Волнушки, серушки, лисички, подосиновики, подберезовики. Вешенки попались. Двигаюсь в сторону вырубки обратно.
ягоду забираю, и на сегодня все, хватит. Плюс 26, можно сказать, невыносимо в лесу. Вот оно. Никто не тронул. Ягодка, брусника. С куста перекушу, заеду утолю. И будем заканчивать на сегодня. Дозревает. Ведро ягод и грибочки. Маленький маховичок попался. Подосиновики маленькие. Вешенки. В следующий раз приеду. Комбайн возьму с собой. Ягода доспеет. А сегодня достаточно. Хватит. Вышел из леса, нашел брусничник, в конце очень много ягод, надо было ведро брать побольше. Но свои ягодки, свои грибочки сегодня я нашел. Тихая охота удалась. Не забывайте оставлять комментарии, подписывайтесь и обязательно берегите себя. С вами был Руслан, до встречи.